его на пляже. А что это такое? А? Да где же эта бутылка-то? Я же ее видел где-то здесь. Ой, вот я ее и нашел. Да, пойду детишкам отдам, пускай балуются. Может быть, найдут сокровища. Как же скучно. Да, и мне тоже скучно. Так скучно, что даже кушать хочется. Чем бы заняться? Детишки, привет. Я сейчас только что гулял по пляжу. И знаете, что нашел? Что, пап, говори? Говори, пап, ты нашел гамбургеры или что-то другое съедобное? Нет, 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 мои детишки, я нашел карту сокровищ. Но только я с вами не пойду. Почему? А почему, пап, ты не пойдешь с нами? Да потому что мне на работу надо. А это развлечение не для взрослых. Это развлечение для маленьких. Ну тогда, а что там будет за сокровище? Я не знаю, это сюрприз. Найдете, скажите. Хорошо? Вот, держите. Ну все, я побежал на работу. Вечером расскажите. Здорово! Мы сейчас пойдем искать карту сокровищ. Да, только давайте с собой пойдем перекусить. Да, хорошо, пойдемте на поиски карты сокровищ. Ну так, ну чё, и куда мы здесь так? Ну вот смотри, сюда идем, сюда, потом сюда. Ну что, Асень, как там? Мы найти-то дом? Да мы ищем. Так, ну сюда пойдем, вот здесь пройдем, и мы сразу там окажемся, да? Да. Хорошо, пошлите. Итак, дорогие друзья, сначала нам нужно пересечь эту большую гору. Угу. Ну что, вперед! Здесь очень страшно. Ну, пойдемте спускаться дальше. Пойдемте. О, еще гора. Снежная. Ой. Ой. Кровейка, не отставай. Давай, ребята, идите тут. Смотрите, какая высота. Отсюда бы сейчас на санках скатиться, да? Да. Ой, какая высота. Да. Ну что? Привет, друзья! Мы наконец-то прошли эти горы. Теперь нас осталось пройти вот эту пирамиду. Пирамиду! Мы идем к тебе! Дальше идти-то я не знаю. Надо карту разворачивать. Ну что, вы не знаете, куда идти? А, да, разобрались. Туда, туда пойдемте. Туда? Ты уверен? Ну, как бы... Если ты не уверен, то не говори. Ну, я не уверен, ну пойдемте там. Едой пахнет. Компот, стой! Компот, стой! Весь, но он за едой уходит. Ну, пойдем, Карамель, пойдем! Чем-то вкусно пахнет конфетками. Конфетки. Постой, компот. 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 Вставай, компот. Пора в школу. Мамочка, еще 5 минут. Я сейчас конфетки съем, и все будет хорошо. Компот, вставай, компот. Ой. Это был такой красивый сон, мам. Какой тебе сон приснился? Будто папа нашел карту сокровищ, и мы пошли с карамелькой и с кроликом искать этот клад. А это оказались конфетки. И я только-только начал их кушать, и ты меня, мамочка, разбудила. Ну, солнышко, нам надо идти в школу. В школе, говорят, сегодня будут давать конфетки.